7 декабря 1944 года. Войска союзников пересекают границу Бельгии с Германией и сталкиваются с ожесточенным сопротивлением немцев близ городка Бергштайн. Высота 400 является ключевой позицией. С нее немецкие наводчики наблюдают за всеми маневрами союзников в радиусе нескольких километров. Заградительный огонь немцев приводит к многочисленным потерям среди войск союзников. Второй батальон американских рейнджеров. Штаб хочет, чтобы мы примерзли задницами к этому холму до завтрашнего вечера. Но сначала мы должны выбить ганцев из этого городка. Давай, идем! Окей, идем! Путь на восток. Пошли.
том доме с восточной стороны полно фрицев! Тейлор! Живей! Бери гранаты! Очисти дом! Комнату за комнатой! Пошел! Немцы! Унесомки в дом! Перейдем на север, на вражеские минометы!
Хорошо, ребята. Мы собираемся тут окапываться и ждать остальную часть роты. Будьте начеку. Могут быть контратаки. Тот холм на севере кишмя кишит фрицами. Завтра утром мы дадим. Рассеяться! Мне нужен тот пулемет! Установить посты на пересечении! Обыщите дела на предмет документов! Укрепите фланги! Рядовой, проверим! Thank you.
уверен, скоро...